Pe cât de mică este Moldova, pe atât de diverse sunt popoarele care locuiesc în ea. De 200 de ani, Moldova este și patria poporului găgăuz. Cea mai mare parte a acestui popor locuiește anume pe teritoriul acestei țări. Dar cât de mult cunosc moldovenii despre găgăuz? Istoria și cultura găgăuzei este următoarea temă a emisiunii Efect 96. Сегодня у нас в гостях Николай Келеш, гражданский активист за межэтническую солидарность. Николай, здравствуй. Привет, Ангелина, добрый. Поздравляю тебя с праздником. Ты мне сказал, я не знала к своему стыду, о том, что 23 декабря — это день автономии Гагаузии. Спасибо большое. На самом деле это очень важное событие не только для меня, но и для Гагаузии, потому что для нас автономия — это очень важный фактор в нашей идентичности и в том, важность, как мы себя проявляем. Мне было бы очень интересно поговорить об этом, о том, насколько важна автономия для гагаузов и о том, что вообще значит. Но мне бы хотелось все-таки начать сначала, потому что в Молдове, к большому сожалению, есть у молдаван есть очень слабое понимание того, кто такие гагаузы. То есть они воспринимаются как некто чужой на территории молдаван, потому что молдаване считают Молдову своей территорией, несмотря на то, что гагаузы находятся на территории Молдовы уже почти 200 лет. И я знаю, то есть очень много стереотипов и ложной информации, в том числе, например, из-за того, что гагаузы говорят на языке, очень похожем на турецкий, есть понимание, что гагаузы — это вот те потомки турок, которые когда-то были завоевателями этой страны, да, завоевателями, и вот они остались здесь, и вот появились гагаузы. Потом я тоже придерживалась этой теории достаточно долго, и потом я узнала, что нет, все намного сложнее, что ученые говорят немного о другом варианте происхождения гагаузов. Мне захотелось задать тебе этот вопрос: кто такие гагаузы, как они попали на территорию Молдовы? Спасибо, Анжелика, на самом деле. И я тоже помню, как учили даже в многих румыноязычных школах, в румском языке, как даже сейчас учат, кто такие гагаузы, потому что довольно печально, и ты на самом деле сказала довольно очень дипломатично, красиво, потому что иногда даже учителя довольно используют не совсем правильную терминологию. Кто такие гагаузы? Сейчас, на данный момент, исследователи и документально подтвердить или сказать, что такие гагаузы, довольно очень сложно, потому что мы прекрасно понимаем, что гагаузы — это был кочевой народ в свое время, то есть их неидентичность, откуда документально очень сложно. Сейчас есть около 20 теорий, откуда возникли гагаузы. Гагаузы, по сути, это тот народ, который один из самых малоизучимых народов, потому что один из теорий, который, наверное, я думаю, что больше подходит и идентифицирует себя гагаузы, потому что, по-моему, лучше исходить не из того, как мы знаем, а как народ себя идентифицирует, как народ ту историю, которую преподносит, она и приходит. Я эту теорию, которая бывала, я, наверное, изучил именно от исследователей, от музея, которые работают, люди, которые объясняют, каким образом. Это та теория, она говорит, что гагаузы — это тот народ, который хоть и говорит на тюркском группе языков, но она никогда не была мусульманом. Она первый народ, который был православным и никогда не был мусульманом. То есть корней общих с турками фактически не факт, что они есть? Есть общие предки турецкие. То есть Османская Огузская империя и Огузский корень, в основном та теория говорит насчет того, что была Огузская империя посреди Центральной Азии. И потом уже после кочевания этих народов у нас начали возникать тюркские народы. И в том числе и гагаузский народ, он возник именно как последствие данной миграции, возникновения этих всех народов. И после, вот, когда мы уже приходим с документального, уже начинает приходить, это то, что гагаузы эмигрировали в нынешнюю территорию Буджака. Буджак — это там, где сейчас расположены гагаузия и другие. Так как в конце 18 года, в начале 19 года, века, в нынешней Добруджа, это та территория, которая расположена на Балканах, на нынешней территории Румынии и Болгарии, и они оттуда эмигрировали, потому что в то время была война и конфликты на территории Балкан, было довольно очень горячо, скажем так. И гагаузы эмигрировали именно на эту территорию по приглашению в то время Александра II. Гагаузам и болгарам, в то время, которые были, они, которые эмигрировали, им давали территорию нынешнего Буджака, но данная территория, она была пустой, там была степь, пустая степь, в которой не была никак благоустроена,
просто территория, которую могли там жить, и была в то время, там была более-менее безопасна. И, конечно, была эта миграция. Есть очень-очень-очень интересный роман, это один из первых романов, в котором описывается, Узункерван он называется, в котором описывается вот эта эмиграция, вот это переход Туная, гагаузов, там и про любовь, и про все, довольно очень-очень классно. А мне стало интересно, вот ты сказал о том, что не особо много изучалось. Это потому, что слишком маленький народ и не особо есть интерес изучать много, или это потому, что не сохранились какие-то источники исторические? Почему нет одной четкой теории о происхождении этого народа? Ну, опять же, сейчас на самом деле в Гагаузии есть даже научно-исследовательский центр. Сам Гагаузский научно-исследовательский центр, который занимается в том числе исследованием данного вопроса. Но надо понимать, что гагаузы и вообще гагаузский язык и письменность гагаузского языка, она возникла очень относительно недавно. И напоминания о гагаузах, то есть документально они только нельзя было их найти. То есть те, которые документально какие-то возникли, это вот с Добруджи сюда. То есть нету каких-то документальных вещей, то есть не мог на что-то основываться. Насколько я знаю, гагаузский язык очень близок к турецкому. И именно поэтому очень многие гагаузы переезжают в Турцию, эмигрируют в Турцию. Насколько он близок и почему? Ну, почему при условии, что такой сильный разрыв этих народов, да, и такой слишком далекий предок, но язык настолько сильно похож? Но здесь не надо сказать, что этот язык сильно похож только с турецким, потому что я очень хорошо знаю гагаузский язык, я думаю на гагаузском, а я очень хорошо понимаю и крымско-татарский. А чувашский? Чувашский не пробовал, кстати, надо посмотреть. Может быть, и чувашский пойму. У нас в Бельцах есть чувашская община еще. Но он очень похож с азербайджанским языком. И зная гагаузский, по сути, я понимаю очень много языков, то есть в том числе турецкий. Турецкий, он, мы понимаем турецкий, но есть очень много различий, то есть сложностей в понимании некоторых терминологий. То есть смысл мы друг друга очень хорошо поймем, но я турецкие фильмы или турецкую я не могу понимать, не понимаю. То же самое, что и меня не сильно понимают. Но я как общался, даже было пару экскурсий, когда мне объясняли, что гагаузский язык — это более такой прямой, более тот язык, который был древний турецкий в том числе. То есть вот это основы языка, они сохранились. Турецкий, он как-то адаптировался, он становился более, он использует более такие слова, которые объединяющие, более схожи. Гагаузский более такой интересный. И очень интересно, что гагаузский язык не имеет мужского и женского рода. Ага. А турецкий имеет? Турецкий тоже нет. То есть турецкий развивался по-своему. Ты знаешь, мне вот стало сейчас очень интересно, потому что я знаю, что некоторые языки, допустим, романи, на котором говорят рома, это тоже же очень древний язык. Да. Там количество слов, оно достаточно маленькое, именно романи. И когда появляются новые, потому что язык развивается, появляются новые слова. Ну, нормально, появляются какие-то современные новые предметы, и под них новые слова. И я знаю, что ромы берут эти слова просто на румынском или на русском, ну, в зависимости от. А что происходит с гагаузским языком, когда появляются какие-то новые слова? Они тоже берут, ну, как бы одалживают эти слова из румынского или русского, или из турецкого? Как это все происходит? Здесь довольно очень интересно то, что некоторые лингвисты, они берут с турецкого, некоторые с английского, некоторые с русского. Но в основном стараются больше на другие международные какие-то языки. То есть, если, к примеру, вопросы прав человека или вопросы международного права, то, наверное, скорее всего, они берут именно от английского языка, потому что они более такие синхронизированы. Как звучит права человека на гагаузском? Инсан хаклары. Ага, то есть не human rights. Нет, на турецком тоже инсан хаклары. Ага, то есть турецкое. Да, то есть это турецкое, но здесь очень относительно только как лингвист. То есть я сейчас не могу точно сказать, но некоторые лингвисты, они тоже довольно часто, я даже с ними немного спорю, то, что они используют больше тюркских слов, и мне сложно понимать. К примеру, один раз, когда переводили Конституцию Республики Молдова на гагаузский язык, потом мне дали посмотреть, и там было очень много турецких слов, которые я не понимал. То есть мне для того, чтобы прочитать, мне сложно было понять, о чем там говорилось. Скажи, пожалуйста, почему у гагаузов намного более теплые отношения с русским языком, чем с румынским? Потому что все гагаузы, которых знаю я,
отлично говорят на русском, ну или достаточно сносно. И очень мало, кстати, я знаю, что ты знаешь румынский, да? Очень мало гагаузов говорят на румынском, то есть прямо единицы. И то ты говоришь на румынском, потому что у тебя мама румыноговорящая, верно? Да. Почему так сложилось? Как ты думаешь? Очень много влияния в Гагаузии, если даже брать исторически в Советском Союзе. Когда будем говорить про автономию, я чуть-чуть опять вернусь, но в Гагаузии, в Советском Союзе гагаузский язык, он практически не использовался. В основном использовался русский язык, и иногда румынский, гагаузский почти никогда. После, то есть население, она была и общалась на русском языке большую часть. Потом гагаузский язык, он начал уже улучшаться, привносить, но румынский язык, тут, опять же, не изучался. Сейчас сколько времени прошло, румынский язык обучается в школах, но я, мой пример, то, что я учился в гагаузском селе, в котором обучался на румынском языке, румынский язык обучался как иностранный почти язык, иностранного языка. Многие ли из людей, которые учат французский язык или английский, многие ли они после окончания школы могут на нем говорить? То методика, как им преподавалась, я в лице единственный, который мог свободно говорить на данном языке. Из всего лицея, о котором это было, единственное, потому что методика преподавания, она не совсем доступна. Потому что ты выходишь со школы или выходишь какие-то, ты говоришь на гагаузском, на русском языке. У тебя нет в Гагаузии нет среды общения. Это очень важная среда общения. Нету диалогов. Потому что просто исходить из этой среды. Там в основном все на русском и на гагаузском языке говорят. А больше программ, которые обучаешься, бесплатных особенно, их можно под пальцем посчитать. На каком языке говорят твои родители между собой? У тебя папа гагауз, мама молдаванка. На гагаузском. На гагаузском. Как ты его учил румынский? Мама, кстати, со мной почти на румынском языке почти не разговаривала. Как ты его выучил? Ты говоришь, что ты лучше всех его знал в школе. Я когда был ребенком, меня мама отправляла к бабушке в Левский район. Ага. Я детство, лето проводил у бабушки. И бабушка не знала ни русский, ни гагаузский. Я там начал пыни и так далее, и тому подобное. Потом она меня цифрам научила, и бабушка меня научила. Твоя мама выучила гагаузский специально, ну, потому что она вышла замуж за гагауза, или она знала его и до? Нет, она вышла замуж и выучила после. А папа знает румынский? Нет. Интересно. Если хотим что-то сказать с мамой, чтобы папа не понял, то на румынском, и он вообще ничего не понимает. Давай поговорим немного о религии. Насколько важна религия? Потому что ты сказал, что гагаузы — это одна из немногих, один из немногих народов, тюркского происхождения, да, правильно я выразилась, у которых не мусульманская религия. Как так получилось и вообще насколько важна религия для гагаузов? Может быть, я немного ошибся, это не одна из многих, это единственный народ, который не является. А чуваши разве мусульмане? Насколько я знаю, они тоже христиане. Ну ладно, не будем об этом, спросим их. Многие говорят, что единственный. Насчет чуваши, наверное, да, спасибо, я уточню. Поеду в Бельцы с общиной, встречусь там. По поводу религии, на самом деле сейчас, на данный момент, для гагаузов, мне кажется, довольно очень важна вот эта религиозная идентичность, потому что очень многие гагаузы, они являются, на самом деле, такие религиозными людьми, и православная церковь, она там довольно очень распространена. Если брать религиозные меньшинства в Гагаузии, то, наверное, их чуть меньше, чем в общем контексте именно по всей Молдове. Откуда эта религия пришла, то есть, по сути, нельзя сказать точно, но гагаузская религия, вот эта православная религия, она очень довольно отличается чем-то, потому что есть языческие тематики, скажем. Mm-hmm. Есть даже праздники, которые делают, там есть языческие, например, праздники. Самый известный, самый любимый языческий праздник гагаузов какой? Ну, здесь не совсем языческий, скажем так, но касым. Это праздник, когда некоторые говорят, это День Святого Дмитрия. Mm-hmm. Это праздник, когда гагаузы, заканчивается осень, гагаузы берут и делают готовят барашка, режут, говорят, это такое жертвоприношение на лето, то, что тут делаем. И эту барашку готовят, и потом уже празднуют таким образом. Есть свои определенные ритуалы. То есть вот, немногих православных есть вот это процесс жертвоприношения, барашка, и потом, чтобы благодарствование насчет, чтобы был урожай хороший, другой. Есть касым. Это в начале
майя, про праздник, который тоже, он имеет и православный, потому что это имеется под святого, определенного святого, но в том числе она и имеет свою определенную ритуалы того, что приходит лето, приходит весна, надо делать. То есть есть вот эти языческие тематики в праздниках. То есть изначально гагаузы все-таки были языческим народом, придерживающим языческой религии, если можно так сказать. Вот эти акценты, они больше говорят, что есть мусульманские праздники, но они вообще не чувствуются вот в религиозном. А что насчет кухни гагаузской? Потому что очень вкусная кухня, но там очень много блюд все-таки из турецкой кухни. На мой взгляд, то есть то, что я смогла заметить, хотя я могу, конечно, ошибаться. И достаточно сильно отличается гагаузская кухня от молдавской кухни, насколько я, опять-таки, успела заметить. Хотя я не могу сказать, что я прямо так сильно разбираюсь. Давай немного поговорим о кухне, что, какая она? Да, она на самом деле вкусная. И вкусная, когда она приготовлены именно дома и вот в таком контексте, когда делается. Наверное, здесь важно понять, что, опять же, когда я говорил, гагаузы были, это гагаузия, буджак — это степь. И в степи вот это все. И очень кухня подхожа под ситуацию на улице, как это приходит, откуда это приходится. Гагаузы и как турки, наверное, долгое время они были кочевыми народами. Вот эта кочевость народа, она, типа, мало осталась, потому что есть очень многие блюда, которые они сохраняются, то есть они их долгое время можно сохранить. К примеру, каврма, это та, которая собирает много мяса, они сжимают, охладает. Это мясо, по сути, можно много его хранить с собой. То есть она очень такая долгосрочная, можно его держать. Есть другие блюда, они похожи, но они имеют реалии из того, что приходило. Очень многое именно связано с овчеводством, потому что овчеводство было очень распространено в Гагаузии и на степях. Это довольно очень удобно. То есть баранины много достаточно. Да, баранину довольно очень хорошо любят. И другие, соответственно. Но кухня, она по сути, меняется со временем, я думаю. Потому что есть изменения в культуре, изменения в аппаратах и, соответственно, изменения в этом. Я уверена, что в Молдове есть очень много людей, не гагаузов, разных национальностей, которые, возможно, ни разу в Гагаузии не были. Хотя я думаю, что было бы очень любопытно хотя бы один раз съездить и познакомиться с культурой Гагаузии. Но вопрос у меня такой, а есть ли в Гагаузии возможность, не называя мест, чтобы мы не делали рекламу, зайти в какое-то заведение с истинной гагаузской кухней? То есть вообще это возможно? Или вот эта часть, как бы, Гагаузия вообще не рассматривает туризм как часть своей территории, привлечения туристов на свою территорию? Я очень рад тому, что вот в последнее время, и, наверное, в частности, за европейское финансирование, европейский грант, который Гагаузия получала, вот туризм в Гагаузии начал распространяться, и возникли уже места, комплексы гагаузские, где можно взять и покушать. Но здесь, на самом деле, не очень прям приехать в Гагаузию покушать, но есть в Кишиневе, можно покушать гагаузскую кухню. Гагаузская кухня, серьезно? Думаю, в Гугле можно найти, если кто-то захочет, места, где это можно сделать. Конечно же, в Гагаузии есть, сейчас они распространяются, делаются, но что надо понять, они возникают сейчас. То есть раньше были, но это больше такой семейные какие-то. А сейчас они более становятся какие-то более для туризма. Но это пока все еще развивается, то есть она все еще должна развиваться. А в какой период лучше всего поехать в Гагаузию? Наверняка есть какие-то традиции, которыми Гагаузия гордится, и когда вот турист получит больше всего понимания о культуре гагаузов, о их жизни. Вот какой период? В какой период года? Какой, может быть, есть конкретный день, когда в Гагаузию стоит обязательно приехать? Есть несколько дней. Это исходя из праздников, которые имеются. Я думаю, что вот этот праздник Хедерлес, он очень распространен. Когда это? В какой день? Он в начале мая. Там надо понять, потому что он исходит... Он привязан, видимо, к субботе, воскресенье. Да, там суббота-воскресенье. Первая суббота-воскресенье мая, правильно будет сказать это? Первая суббота-воскресенье мая. Об этом, поверьте, очень многие гагаузские СМИ говорят, об этом нельзя не узнать. Гагаузские СМИ, да.
Да. Но это же надо иметь доступ к гагаузским СМИ. Сори. День вина, то есть я сейчас могу сказать, то есть на вино. День вина в Гагаузии довольно очень тоже распространен. Это он празднуется тогда же, когда и в Кишиневе. То есть это октябрь. Да. Первая суббота, воскресенье октября, по-моему, если не ошибаюсь. И Касым, но есть еще и довольно праздники, довольно региональные, сельские. К примеру, в селе Гайдар делается ежегодно праздник гагаузских ковров. И он такие исторические ковров. То есть они очень интересно понять, мол, как это происходит, потому что они сделали довольно такой бренд в этом своем селе, бренд гагаузского ковра. Они сами кочат этот ковер там исторически. И это очень классно, интересно посмотреть вот это все. И есть возможность приобрести, то есть до сих пор эти ковры делаются, или это просто как музей, то, что найдено и показывают? Это то, или что... их до сих пор делают? Это тот, что было найдено, и сейчас они поставили на производство. И можно еще заказать с орнаментом, заказать то, что, как тебе хочется, то есть еще заказать картину, которая тебе... И когда этот праздник, в какие дни? Я как понимаю, они его реализовывают частично, то есть когда как, пока не знаю, она не приурочена к какому-то определенному дню, по крайней мере, я еще не верю. Почему молдавские СМИ не особо много пишут о Гагаузии, о праздниках в Гагаузии? Почему, как ты думаешь, нет вот этой связи? Почему есть такой сильный разрыв? В 2017 году я совместно с многими активистами организовали празднование этого гагаузского праздника Хидерлес в центре Кишинева. И СМИ приходили и освещали. СМИ очень много говорили об этом. То есть, я понимаю, что это правозащитные мероприятия, СМИ не сильно любят. Но вот это культурное мероприятие, которое в центре Кишинева Гагауза празднует свой праздник, они об этом писали, говорили. То есть нельзя сказать, что они не хотят СМИ писать или нет, просто не хватает информации. То есть это была бы все-таки задача гагаузского народа стать более видимым, ты считаешь, да? То есть выходить в Кишинев, если гора не идет к Магомеду... Я думаю, что это по-любому нельзя говорить, что это гагаузы больше же, или это должна быть взаимная. Это взаимные шаги навстречу и побольше таких шагов. Я подумала, что, наверное, будет неправильным, не затронув музыку, потому что музыка любого народа является достаточно важной частью, да, народная музыка, она очень много говорит о переживаниях, через которые народ проходил, о том, какая культура имела влияние на этот народ, потому что, да, ну, у музыки, у мелодии есть свои какие-то веяния, и что насчет гагаузской музыки? Я слышала пару, но я не уверена, что это народная, потому что там такое турецкие мотивчики были. Это вполне возможно, что это не является народной музыкой, но это то, что я слышала, будучи в Гагаузии. Какая народная музыка Гагаузии? На что она похожа? Я лично там нехорошо владею, знают музыку, но то, что я спрашивал и много уточнял у коллег, которые в том числе занимаются музыкой, не могли сказать точно, какой, но больше, поскольку я понял, это связано с балканскими народами. Это больше с балканской музыкой, больше с балканской идентичностью. То есть вот больше, наверное, от Балканов вот это все идет, чем от турецкого. То есть турецкое, то, что сейчас вот эти манели, так называемые, все вот это скорее веяние моды, нежели что-то народное. Да, это может быть веяние моды. Есть сейчас довольно популярно, довольно бывает, мне очень-очень горд этим, что гагаузские песни, которым было за 200 лет, сейчас наши местные певцы адаптируют в новом формате, с новыми клипами делают. И вот показывают вот эти 200-летние песни, их поют в таком современном, чуть-чуть по-современному сохраняя вот этот... Было бы любопытно послушать. А что насчет танцев? Они тоже имеют балканское происхождение? Народные танцы? Скорее всего, да. То есть народные танцы, они имеют в том числе и молдавские схожи. То есть хора, она в Гагаузии тоже есть. Очень в Гагаузии есть хора? Не хора, но свой формат. И в Гагаузии очень сильно хору любят. Это очень классно. А костюмы национальные? Они имеют идентичность, на самом деле довольно очень отличаются от болгарских, вот другие гагаузские, они имеют свое определенное. Она не схожа с турецким, они не схожи, она имеет свое определенное. И если брать сейчас новое видение, то, опять же, очень хороший формат, что есть уже течение, вот новое, какие сохранения истории, какие
костюм был раньше, и уже создавание новых форматов, то есть создавание новых стилей. Это популярно, в Гагаузии есть вот это течение, и можно даже видеть столетние костюмы, и как они популярны, вот эта гагаузская мода гагаузских. Как, то есть если приехать в Гагаузию на какой-либо праздник, есть шансы увидеть женщин и мужчин, одетых в национальные костюмы? Да, и есть шанс увидеть, как девушки, почему-то парней нет там, как они, костюмы, женские костюмы, от 100 лет вот до этого года, как они на многих праздниках показывают вот это. Ну, наверное, на этом мы могли бы закончить нашу дискуссию о культуре. И единственное, что мы можем сказать, это призвать молдаван и остальных жителей Молдовы посетить Гагаузию, особенно когда есть возможность познакомиться, то есть в эти вот праздники, которые ты назвал. Все-таки в Молдове есть некоторый, назовем это такой скрытый, завуалированный, но все-таки конфликт между гагаузами и молдаванами. Некоторые претензии, некоторые, не знаю, как это назвать. И я пока не могу понять причину этого конфликта, этих претензий. Но я примерно знаю, каково отношение молдаван к гагаузу. Скажи мне, пожалуйста, а каково отношение гагаузов к молдаванам? Вот веянет, что вот когда ты находишься в Гагаузии, если ты говоришь на румынском, у тебя могут быть с этим проблемы? Ты можешь столкнуться с агрессией? Или какое вообще отношение? И если у тебя будет ответ на этот вопрос, то почему? То есть почему такое отношение? Честно, по поводу отношения к румынам, потому что очень мало кто в Гагаузии на румынском говорит. Сильно используется, именно больше в гагаузских селах. Сейчас, да, есть тенденция. Гагаузы очень, вижу, что сейчас на данный момент уже начинают понимать что важность румынского языка, чтобы выучить румынский язык. Есть уже молодежь, которые хотят выучить румынский язык. Почему? Потому что они понимают, что больше перспектив? Потому что они понимают, что он важный язык, потому что есть выход, потому что, зная румынский язык, ты можешь реализовать себя больше в Молдове, потому что, живя в Молдове, не зная румынского языка, это очень сложно самореализоваться. Я по своему опыту в том числе говорю, и потому что есть. Потому что румынский язык в Молдове, он все равно имеет очень важную роль, и сейчас молодежь, они начинают понимать вот важность. К сожалению, раньше этого не совсем было, потому что было больше автономизации в своем. Сыграла свою роль то, что Ирина Влах стала учить румынский, стала об этом активно писать? Как ты думаешь, она является вообще моделью, ролевой моделью для молодежи? Мне очень сложно сказать насчет ролевой модели, она как и молодежь. Но я думаю, что молодежь у нас на данный момент она более такая открытая, и социальные сети, и все, что происходит в мире, они очень быстро доходят до молодежи. Я думаю, что молодежь сейчас не сильно делает, идеализирует каких-то политических, в том числе лидеров, для того, чтобы подстраиваться под них. Для молодежи есть свои люди, которым они подстраиваются. Я думаю, что это довольно... Да, может быть, она имела, но я не думаю, что это очень сильно значимое. Есть у гагаузов какая-то агрессия, обида на молдаван, не знаю, какое-то непонимание, какое-либо из вот таких вот не очень положительных отношений? Оно чувствуется? Сказать, что какие-то негативные отношения не имеются, но имеется просто нехватка вот этого общения. Нехватка понимания, в том числе и молдавской культуры. Скажу, что очень многие гагаузы очень хорошо знают молдавскую культуру, и знают молдавские блюда, и знают это все. То есть, да, имеется понимание, имеется вот этот диалог, исходя из контекста того, что гагаузы имели, и даже вопросы с тем, как гагаузы идентифицируют себя, и какие у них есть потребности на национальном уровне, зачастую говорят, что типа нет, в отношении, межличностном отношении между молдаванами и гагаузами нет такого отношения, это негативного и что-то другое. У меня лично у себя были некоторые моменты в Кишиневе, когда были такие негативно настроенные моменты в мой адрес. Против тебя, как гагауза? Но это идентичная ситуация, которую не надо обобщать, то есть в общем никаких таких нет. То есть, в принципе, ты считаешь, что как такового конфликта не существует? Что это скорее нечто, что используется в политических каких-то играх и так далее? Это вопросы, которые очень-очень связаны. Если гагаузскую идентичность и гагаузскую культуру, гагаузский язык не давать возможности, то конфликт довольно очень острый будет, и 90-е годы нам это хорошо показали.
То есть если не давать возможности, если Гагаузия не будет реализовываться, самореализовываться в дальнейшем, или она, вот идея гагаузской идентичности, они очень важны. Если затрагивать и доходить вот туда, вот там сложно. Знаешь, тут есть некоторый парадокс, который мне сейчас пришел в голову, потому что ведь подавление гагаузской идентичности, подавление языка, оно же происходило именно в советское время. То есть это то, что ты сказал, да, что в советское время гагаузы были вынуждены только на русском учиться, что этот язык не преподавался в школе, и язык фактически мог быть уничтожен. Фактически мог быть, если бы это продлилось дольше. И его постепенно-постепенно вымещали именно русским языком. Но, несмотря на все это, вот какой-то парадокс для меня, да, у гагаузы все-таки сохранилось положительное отношение к русскому и, ну, некое такое пренебрежительное к румынскому. И проблемы, которые есть у гагаузов, они скорее проблемы по отношению к румыноговорящим молдаванам, нежели к русскоговорящим. Ну, как это объяснить? Даже если мы говорим, что в Советском Союзе не вращали. Первый гагаузский алфавит был в Советском Союзе в 50-х годах. И первые учебники и преподавание гагаузского языка было в Советском Союзе. Но почему-то это задержалось буквально недолго. Mm-hmm. Потом это все закрылось. И гагаузский алфавит, это уже потом возник, тут уже после, в конце. Нам надо понимать, что вопрос вообще прав меньшинств, в котором мы сейчас. Нам надо исходить из реалий. То есть люди знают, большинство общается на русском языке. И это реальная ситуация, которая на месте есть. Нельзя говорить насчет того, что знает больше или нет. Население, на каком языке владеет большинство, на каким языком де-факто владеет, вот тот язык и та культура, она как-никак чувствуется у людей. У нас в Молдове, по статистикам, потому что я знаю, один из десяти гагаузов знает румынский язык и может говорить на румынском языке. Вот до данной статистики один из десяти, это довольно очень понимает, что сложно понимать, сложно разговаривать. А ты чувствуешь, что вытеснение гагаузского русским все еще происходит? Или сейчас это приостановилось, и гагаузский язык развивается, и все больше и больше людей его начинают изучать именно литературно, красиво, а не просто в семье? Мне, на самом деле, очень жаль, потому что для меня гагаузский язык очень-очень важный. И я вижу, что по сути, здесь надо подчеркнуть, что гагаузский язык в списке ЮНЕСКО с 2012 года как исчезающий язык. И гагаузский язык долгое время не сильно имел акцентировать. И вот автономия, она, и цель автономии, она важна именно на сохранении гагаузского языка. Сейчас одно из, например, гагаузский язык. Но, к сожалению, многие действия, которые были властями сделаны, то вот этот гагаузский язык, он не сильно оставлялся. Очень хороший пример вот, то, что сейчас Народное собрание в Гагаузии, они приняли закон на проект о функционировании гагаузского языка на территории Гагаузии. Данный закон очень регламентирует, чтобы гагаузский язык больше использовался, чтобы было больше изучалось в Гагаузии, в больше распространенном контексте использовался гагаузский язык. И сейчас в школах больше учат гагаузскому языку, больше делают. Но сказать в СМИ очень интересно то, что гагаузские СМИ, если идти в Гагаузии, есть гагаузские радио, телевидение, которые общественные. Там все очень на равных. Там на гагаузском, на болгарском и на румынском в том числе. На русском. То есть и старается держать этот интернет. И гагаузский язык очень часто можно услышать в гагаузских радио и в гагаузском телевидении. Раз уж мы заговорили об автономии, начнем, прежде чем заговорить о том, о важности автономии, я хотела бы задать тебе вопрос, а не вредит ли автономия вот этому объединению народов и вот этому сближению народов молдавского, гагаузского, ну и всех остальных народов, которые проживают на территории? То есть, потому что вот автономия, вот это звучание, да, как отделение, что для гагаузов значит автономия? Для гагаузов это та возможность сохранить свою идентичность, сохранить свою возможность. Гагаузы, если брать вот этот вопрос с конечной идентичностью, у гагаузов нет территории, которые являются их территорией для страны, патрия. Для гагаузов еще в Российской империи были недолгие, призывы, когда была создана Камрадская республика. Это были еще тогда такие призывы для того, чтобы создать свою территорию. Я лично родился в непризнанной Гагаузской республике. И 4 года Гагаузия была непризнанной Гагаузской республикой. Вот это вопрос, но они не определили республику, они хотели иметь возможность сохранить свою идентичность. Ты думаешь, это про это? То есть
Ты не задумывалась о том, что это, возможно, некоторые были политические разборки для того, чтобы распределить сферы влияния? То есть, ну, это только вопрос, это не утверждение. В большей части это да. И за историю автономии, наверное, можно констатировать, что имелись лидеры, это везде имеется, это нормально, что, к сожалению, это и в Кишиневе неоднократно у нас многие спекулируют этим, и в Кабрате. Бывали вопросы, есть политические лидеры, которые на этом спекулируют, и имеют другие. Это всегда бывало и, наверное, и будет, к сожалению. Но основная идентичность — то, что люди, население хочет, чтобы именно вопрос вот идентичности, потому что мы прекрасно понимаем, насколько важен вот этот вопрос языковых, а насколько они углублены в народе. То есть, если я правильно понимаю, из-за того, что гагаузы — это народ, который по большей части существует только на территории Республики Молдова, да, 250 тысяч, если я не ошибаюсь, гагаузов в Молдове. 150 тысяч. 150. Изменилась цифра, потому что раньше было 250. Миграция довольно очень большая. 150 тысяч, и, насколько я знаю, нигде больше такого большого количества гагаузов в мире нет. То есть, если есть, то маленькие какие-то села отдельные, да, но чтобы вот настолько много было, это только Молдова. Фактически Молдова является единственной родиной гагаузов. И поэтому, ну, видимо, поэтому настолько важно для гагаузов иметь Гагаузию, иметь свою часть, а то, что они могут назвать своей родиной, то, что они могут назвать своим именем и так далее. Может быть, в этом дело где-то. То есть, потому что оно уже, да, в результате предполагает сохранение, но вот привязка к какой-то территории, которую ты можешь назвать своим домом. Конечно, это очень много факторов, в том числе для любого народа хочется находить свой регион, свое место нахождения. То есть это комплексный подход, комплексные вещи, которые приносят к тому, что любому народу, любому нужна вот эта территория и нужна гарантия того, что твоя идентичность сохранится. То есть гарантия вот этой автономии, она, по сути, является той гарантией, которая сделает. То есть даже если исходить из боязни гагаузов к объединению с Румынией, почему гагаузы этого боятся, кстати? У тебя есть ответ? Ну, потому что... Боятся потерять идентичность, опять-таки. Потому что мало информированность, мало про Румынию знают. Мало, как говорят, сейчас молодежь понимает, что даже гагаузская молодежь, она изучает румынский язык, она едет на учебу в Румынию. Потому что есть стипендии довольно очень много. Но мало информированности в Румынии. И то, много что... страхов. Много страхов. И вот это наследие, которое осталось, она... Это информация о... времена, когда Бессарабия была частью Республики Румынии, она не совсем негативным контекстом преподносится. И поэтому, в том числе, вложение и предусмотрено фактор того, что если Республика Молдова теряет свою независимость, то Гагаузия юридически имеет право самоидентификации. Это регламентировано. То есть это предполагает автономию, что в случае, если Молдова присоединяется к какой-либо стране, становится частью, если она станет частью Евросоюза, то же самое, то у гагаузов будет возможность отделиться и жить отдельно своей страной. Это предполагает автономию. Если Республика Молдова теряет идентичность и теряет независимость и суверенитет, тогда Гагаузия может самоидентифицироваться. А что еще дает автономия? Автономия дает возможность, большую возможность на, например, те налоги, которые за Гагаузии, они остаются в Гагаузии. Все налоги Гагаузии остаются в Гагаузии. А налоги остальной части Молдовы, они попадают частично в Гагаузию или нет? Или вот все разделено? В Гагаузии не все, некоторые налоги. То есть имеется определенный даже денег насчет того, что не всегда это так происходит, как есть. Есть очень многие недовольства с обоих сторон. Но и есть определенный фонд в Гагаузии, который помогает. То есть в Гагаузии имеется исполнительный и законодательный орган, который реализуется. И исполнительный орган — это Башкан, Гагаузии, и, соответственно, исполнительный комитет, который отвечает за исполнение и внедрение этих всех политик, внедрение программ. И есть законодательный орган — это Народное собрание Гагаузии. Народное собрание сейчас у нас седьмое по созыву, и, к сожалению, пока еще не выбрали председателя, потому что уже довольно очень много времени прошло. Здесь очень интересная гендерная представленность долгое время именно Народного собрания. По поводу Народного собрания, она делает свои законопроекты, разрабатывает свои законопроекты. В том числе этот законопроект по гагаузскому языку, он разработан здесь. Но все законопроекты, все, что происходит в Гагаузии, они обязаны, они должны быть в соответствии с национальным законодательством.
И бывали, неоднократно бывали, зачастую бывают в последнее время, почему-то, поскольку я знаю, те законопроекты, те законы, которые Народное собрание реализовывает, на национальном уровне они их аннулируют. Потому что они не соответствуют законодательству Республики Молдова, Мне кажется, здесь вопрос не то, что они специально разрабатываются, здесь вопрос насчет того, что нехватка компетенции и квалификации при разработке. Ты говорил о гендерном дисбалансе некотором, и мне бы очень хотелось затронуть то, что по моим представлениям Гагаузия, то есть Молдова в принципе достаточно патриархальная страна, но Гагаузия особенно патриархальная. То есть там просто женщины, в селах, по крайней мере, где я была, где женщины, с которыми я общалась, там о равных правах говорить слишком рано. И насилие в отношении женщин в Гагаузии со стороны мужей очень высокое. И, кстати, гагаузы — наиболее гомофобный народ в Молдове. То есть вспомним этот случай с мальчиком из Гагаузии, который объявил, что он гей, и там травля началась просто жесткая. Есть ли какие-то надежды на то, что Гагаузия немного даст женщинам вздохнуть, да? Или что вот этот вот патриархальный строй, он хотя бы немного начнет послаблять? Начнем с того, что в самой Гагаузии вопросы гендерного равенства и важности, они не сильно так остро стоят все время. Не то, что остро, они стоят не то, что остро, стоят, они но об этом не говорится, не поднимаются. Они не говорят, даже как я затрагивал в Народном собрании, у нас сейчас срабатывает по моим подсчетам два кандидата. Даже когда были выборы в Народное собрание, из 128 кандидаток в Народное собрание было около 17-18 женщин. Почему так? У вас же Башкан женщина. Почему Башкан женщина не поднимает? Почему для нее не важны? Она же наверняка в Гагаузии выросла, она же наверняка видела, что творится с женщинами в семьях гагаузских. Почему она не поднимает эти вопросы? Как ты думаешь? Я затрудняюсь ответить, почему. У нас, факт того, что у нас Башкан является, женщина является Башканом, в населении большинство говорят, у нас же Башкан женщина, какие вопросы гендерного равенства у нас могут? А, то есть все в порядке. Башкан женщина, все в порядке с женщинами. То есть это, да, позитивный пример. И вот в основном многие говорят, у Гагаузии же Башкан женщина. Почему? Какие вопросы гендерного? Вот Народное собрание, если брать вопрос местных советов, сколько примаров женщин и другие, то здесь мы очень хорошо поймем, что статистика очень печальная в этом контексте. Почему женщины не стремятся, женщины не воспитывают или за них не голосуют просто? Потому что очень похоже. Почему у нас в Республике Молдова в парламенте столько женщин сейчас недавно стало? Потому что были действия, много проектов, было очень много программ сделано, потому что очень много было работы сделано для этого. Очень-очень много. Прекрасно. Кстати, в том числе нашими партнерами, европейскими партнерами. В Гагаузии эти вопросы довольно очень редко поднимали. То есть мало усилий, мало информирования об этом было. Кто партнеры Гагаузии? Какие страны больше всего поддерживают финансово Гагаузию? Потому что понятно, что финансовая поддержка — это и есть та поддержка, которая, по сути, диктует некоторые правила. Конечно же, если суммы, конечно, не скажу, но из того, что я знаю, конечно же, это Европейский Союз. То есть по большей части Европейский Союз? Конечно. Не Россия, не Турция. Финансово — это Европейский Союз, и те программы, которые внедряются, и дороги, и программы, и в том числе, если говорить про... В Гагаузии есть центр реабилитации жертв домашнего насилия, который в том числе поддерживает. Где он находится? В Камрате? В Кирсово. Это рядом с Камратом. И про него знают все женщины? Он недавно открылся, относительно недавно, где-то год с чем-то. И там работают и женщины, там есть бенефициары, используют. И очень хорошо, что данные начинают работать. Это очень красивый пример того, что народное собрание, это того, что именно исполнительный орган в Гагаузии открыл такой орган. И насколько что он поддерживает, это очень им поднимает именно вопрос. Потому что домашнее насилие в Гагаузии — это очень интересный аспект. Очень большая проблема, насколько я знаю. Если брать даже ратификацию Европейской хартии, ратификацию Стамбульской конвенции, то в Гагаузии, в Гагаузском Восстане все еще пока неоднозначные отношения к этому. Николай, что мы, молдаване, и
вы, гагаузы, ну, мы с тобой, в том числе молдаване, и вы, гагаузы, можем вместе сделать для того, чтобы подружиться и для того, чтобы жить как хорошие соседи, без оглядок, без каких-то там подозрений и так далее, и так далее. Что, по-твоему, нужно делать? Нужно всем хорошо понять, что мы все граждане Республики Молдова. И с равными правами на эту территорию. С равными правами на самореализацию и уважение идентичности человека и разнообразие, которое республика у нас больше. Мы должны это понимать и на самом деле это больше уважать. И все мы, как мы должны понимать, что мы граждане Республики Молдова. У нас должно быть вот это чувство национальной идентичности к гражданству страны. И это на самом деле оно есть. Только об этом надо, наверное, чаще вспоминать. А насчет культурных мероприятий? Культурные мероприятия? Совместные культурные мероприятия были бы, помогли бы сблизиться нашим народам? Конечно, помогли бы. Но я сомневаюсь, и не знаю, по крайней мере, чтобы у нас сейчас Министерство культуры или другие программы, которые реализовываются, чтобы они сильно делали акцент насчет межкультурных диалогов и межкультурных мероприятий. Те даже общественные организации, которые реализовывают именно межкультурные диалоги, вот это все, они не сильно поддерживаются, или почти не поддерживаются государством, да, национальным и на другом уровне. То есть поддержка национальным государством именно таких культурных мероприятий, она, наверное, минимальна, по-моему. Ты знаешь, меня очень сильно поразило, когда я была в Швеции, что там на рождественские праздники устраиваются ярмарки, где все народы, проживающие на территории Швеции, то есть это то есть не народы, которые живут там постоянно, а это даже какие-то группы, да, диаспоры и так далее, они все выходят туда со своей кухней. И любой шведский житель может прийти и попробовать любую кухню. И мне кажется, что вот это настолько объединяет и настолько сближает, потому что через радость. Потому что когда ты кушаешь что-то вкусное, ты получаешь радость. Кухня всегда помогает. Да. А что? То есть и это и есть именно та эмоция, радость. Это та эмоция, которая открывает сердце. Мне очень странно, что у нас такого нет, потому что у нас очень много великолепных народов с отменной кухней. И, к сожалению, у нас есть люди, которые очень заинтересованы, которые работают и делают такие очень прекрасные мероприятия, но, к сожалению, не могут они реализовать их такие более масштабно, чтобы это было понятно, потому что без поддержки государства это, к сожалению. Будем надеяться, что в будущем это случится. Николай, спасибо тебе большое. К сожалению, очень быстро наша передача подошла к концу. Понятно, что мы не смогли покрыть всего того, что можно сказать о Гагаузе. По крайней мере, надеюсь, мы приоткрыли шторку для того, чтобы люди за нее заглянули и начали искать информацию. Вам спасибо большое за то, что вы были с нами. Желаю вам хороших праздников и берегите себя.